что, ребят, всем здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Дед Спаси, вот это вот, да? Вот, мы прошли половину игры уже с вами, половину вроде как, седьмая уже глава идет. Вот. Да, конечно, баги здесь тоже встречаются, как и в колде, в принципе. Кстати, вот там плейлист, что будет в правом вроде, в верхнем углу или в левом. Будет подсказка сейчас вот на плейлист. В принципе, колду мы прошли уже. Вот, если интересно, можете, в принципе, посмотреть. Я буду не против. Игра очень интересная, я там свой отзыв оставил. Вот. Вот, а сейчас Дед Спаси. Надеюсь, Дед Спаси будет не таким сложным, как кажется. Тут, конечно, по факту она линейна очень. Но и интересно, что же тут, ну, типа, мы уже поняли, что здесь какие-то инопланетяне вот эти вот ваши, да, инопланетяне, ёбаные. Вот, конечно, они захватили корабль по факту из-за того, что ученые, которые были на этом корабле вовремя, не сконтролировали, не пресекли то, что они... Конечно, не пресекли и не сконтролировали то, над чем они ставили эксперименты всякие. Вот. Хотя мы тут встречали и бешеных каких-то вот этих... Как их там? Ну, вы поняли, короче. Ученых. Там ученый был один, он вообще какой-то псих, я так понимаю, он говорит... Это все ради нашего будущего. Я его выпущу, чтобы ты там, помните, этого здорового. Не помню, в какой голове. Не помню, в какой серии, но в какой-то из серий. В принципе, еще вот плейлист также в верхнем углу, правом или левом выскочит плейлист на Дед Спаси. Можете посмотреть с самого начала, если вы не смотрели. Вот. А, в принципе, все. Саш, поудобнее. Надевайте пледик. Это обязательно. Это у нас такая традиция. Наливайте кофеечек, чаечек, что кому нравится, похавать, да, покушать, это все, приятного аппетита вам, если что, приятно чаепитие или кофе пейте. Вот, а мы начинаем. О, привет! Итак, глава 8. Ага, уже даже глава 8. Угу. Да, будет сейчас веселуха, блять. Ага. Военного корабля USM было. Хорошо, хорошо. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку. Хорошо, хорошо. Отведи к пульту контроля передатчика. Товарищ, ага. А, у нас вообще ничего, да? У нас лаз патроны 6. Точно, мы уже в предыдущей серии с вами продали все. Продали. Понятно, понятно. Дядя Петя, давай ты не будешь, пожалуйста, а? Дядя Петя, не надо. Не надо, пожалуйста. Так, магазинчик у нас с вами есть. Что нам надо с вами закупить? У нас есть деньги хотя бы? Деньги есть. Давайте закупим с вами, ну, хотя бы дополнительно вот. Вот так вот сделаем. Хотя бы. Давайте, хотя... Ну, давайте, ладно, полностью уже уж, чё бы. Чё бы нет, ёбана. Такс, ну шо, let's go. Давай, блядь. Бля, я помню, что тут было. Ребят, я помню, что тут было. Блядь. Ну это пизда полнейшая сейчас будет здесь. Погнали сразу. Пойдите смотреть всякие. Да. Я вас слышу. Активирован режим карантина. Давай, сразу погнали. Минус. Минус один. Они все с одной стороны, что ли, будут ползти? Ну ладно. Перезаряжай, перезаряжай, мужик! Беги, 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 нахуй, нахуй, нахуй. Минус два. Поехали. Ой, бля, тихо, тихо, тихо. Дядь Петь, не надо. Дядь Петь, не надо, пожалуйста. Я прошу. Дядя Петя, не надо. О. Минус. Еще. Быстрее! Минус. Собираем патроны. Блядь. Минус три сразу же. Ты прикинь? Это пизда, ребята, это пизда. Нам с вами пизда. Так.
Так, еще раз. Хуякс. Он что-то один. Что, блядь? И кто, блядь? Ёбаные ёбы, я их всё, блядь. Это кто, ребята, блядь? Это прикинь? Знали. Но сейчас я надеюсь, что сейчас все будет, бля, ну это жестко, это очень жестко, это сверх жестко. Открой! Алло! Активирован режим карантина. Погнали. Минус. Ой, ну, тихо. Бля, они меня сожмут. Ну такое. Ну то я сам тупанул, не спорю, сам тупанул. Бля, это будет жестко, ребят. Это будет очень жестко, потому что, ну, блин. Тут сверх много этих монстров. Сверх много. Просто вахуй, блядь. Охуеть. Спасибо, игра, спасибо, разработчики, что вот такие прям, да, прям вау. Спасибо, что вот прям вот я вижу, что прям вот любите, да, вот. Когда вот мясорубка прям. Погнали, продадим его. Там, конечно, мы его прокачали. Там минус узлы, конечно, будут. Вот эти вот, которые. Помните, вот на верстаке-то что делать? Это да, это будет обидно, конечно. Но еще у нас с вами есть 4 уровня. До 3 у нас сейчас, у нас еще 4. Так, подожди, а где мы? Я могу здесь сохраниться, чешу? Чешу, могу здесь сохраниться? Или нет? Или все уже? Или все уже ББН. Бля, это очень жестко. Это очень жестко. Бля, нигде не могу сохраниться, прикинь. Да уж. Ну это такое, конечно. Это, конечно, такое, ребят. Такое. Ну погнали, чё. Ну, все, погнали. Минус. Давай сюда. Там идет. Минус. Сразу перезаряжаемся. Серьезно? Да, ну вы не шутите, что ли? Минус 2. Перезаряжаемся. Берем. Все, что здесь есть, мое. Ой, пожалуйста, не надо. Дядь Петь, не надо. Прошу тебя, дядь Петь, не надо. Давай. Что? Перезаряжаюсь сразу. Вот спрашивают, зачем мне это? Бамс. Все. А, бля, не туда пустил. Регенимся. У меня еще один есть. Все. Да, сначала вот этого. Не пизда, да? Пожалуйста, дядь Петь, не надо. Ай, дядь Петя, умоляю, прошу. Бля, ну это жестко, ребят. Нет, это очень, вот это вот и чё жестко. Их слишком много, ребят. Их слишком много. Да, я пройду. Ай-яй-яй, мне больно. Это очень жестко, честно. Да ты можешь отстать от меня.
Бля, ребят, ну это нет, это сверхшост. У меня даже нет больше аптек. Аптека, аптека, аптека. Карантин снят. Спасибо, спасибо, мать, что ты мне сняла карантин. От души просто. Как это проходить? Охуй, ребят. Это просто мясорубка. Игра просто дает мне мясорубку. Все, сохраняемся сразу же. Ну его в жопу, блядь. Блядь, я в ахуе. Ух, не, это было, это очень жестко, ребят. Это вот реально, это, ну, это даже не передать словами. Хотя это, в принципе, не так сложно, я не спорю, типа, но это в любом случае жестко. Как ты ни крути, это, ну, реально жестко, типа. Так, больше лута нигде, больше нет, ничего такого. Короче, мне нужно дополнительное оружие 100%. Вот прям без него вообще не варик. Фашистов продадим. Вот эти то, что у нас есть, это для турборез, вот это все дело. Купим аптеку хотя бы среднюю. У нас с собой что сейчас есть еще? Да посмотрим. Что у нас в рюкзаке с тобой? Топливо огнемета сразу продадим. Или для турбореза, да. Давай лучше патронов купим, я думаю. Да, патронов купим с тобой, ладно, уже ваш. Бля, конечно, с аптекой было бы попроще, не спорю. Но патроны тут прям самое нужное. Если нет патронов, то все, даже аптека тебе не поможет. Мы с вами уже это проходили. О. А. А, да? Ну, прикольно. Спасибо, спасибо, игра. От души. Без аптеки, но с патроном. Бля, не даже ничего даже нету. Короче, ребят, мы начинаем с вами копить деньги. 100% нам нужен этот, блин, защитный костюм, как минимум, 4-го уже уровня. Вот. О, что? А можно аптеку, пожалуйста? То есть это ты сейчас, игра, хочешь сказать, что я просто так купил себе эти, что ли, патроны? Да, да, вот это вот получается вот так вот. А это что, можно здесь что-то получить, чешу? Ничего нельзя. Давай сохранимся еще раз. Да, уж даже больше половины уже прошли. Нам осталось реально 3 главы с вами и все. Так, куда нам? На наверх. Нам в лифт, да? Да, нам с тобой в лифт идти. Это жестко. Так, куда нам? На третий, наверное, уровень, да? Куда на третий гоняем? Я не знаю, куда нам, честно. Первый уровень не работает. Дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. А, да? И кто нас подслушивает? А, это может тот ученый, реально? Нам же сюда. Нам сюда, ребят. Нам с вами... О, сюда. Дай аптеку, пожалуйста, аптека, аптека, аптека. Ох, от души. Так, я сразу использую. Хотя я зря это сделал. Да, зря это сделал, конечно. Опа, что? Игра, ну... Спасибо за дизмораль, конечно, игра. Что я просто так купил патроны, получается. Ой, бля. Давай. Давай. Да высуни, ё-мо. Это все, так поговорили. А, да? Серьезно? Правда, что ли? Не, подожди, давай с тобой соберем лут. Аптека. От души. От души. Игра, спасибо. Сейчас спасибо.
Короче, патрон нам дают, это уже хорошо. Это прям вам, прям вау. Все, сохранились с тобой. Патронов сколько? Нормально, хватит. Да что? Кого? Спасибо, что сразу попадает. Подожди, перезаряжаюсь. Очень меткий я. Очень меткий. Давай, давай, сразу, сразу. Бам. Ласт остался, рука у меня. Все, до свидания. Деньги дали. Деньги дали. Патроны. Так, ну деньги мы с вами 100% копим, ребят, да? Но я думаю, тут никто не против. Кстати, еще раз сохранимся с вами и тогда погнали. Капец, тут просто... Я в шоке, ребят. Я просто в шоке. Тут прям монстров на каждом шагу, реально. Как это объяснить? Я фиг знает. Так, ну нам получается вот сюда идти. Там сейчас 100% тоже будут монстры. Я прям уверен. Не надо. Дядь Петь, не надо. Ты кто? Дядя. Ему вообще? А! Подожди, я пошутил. А как мне тебя? Того самого. Подожди, подожди, мы еще не закончили. Какой-то новый монстр, ребят. Вы видели? Бля, отстаньте! Ай-яй-яй, отстань. Открой, открой, открой. Че он мне дал? Это что за... Это что за монстр, ребят? Не-не, до свидания, до свидания. До свидания, до свидания. Это что за монстр такой длинный, блядь? Да ебать, где он нахуй? Блядь, патрон больше нету. Патрон больше нету. Блядь, вот такие твари, мне больше патрон нету. Отстань от меня! До свидания, блядь. До свидания, все, пока, блядь. Патрон больше нет, ребят, все, блядь, все использовал на него, да? Да. Давай, 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 на второй, до свидания, блядь. Блять, нечаянно, нечаянно нажал не то. Все, пока, ебано. До свидания. Бля, еще патрон бы. А это что вообще? Подожди, а что это такое? Что за полупроводник этот? Рубиновый. О, плюс деньги. Надеюсь, здесь не будет никаких тоже подставных вот этих вот. Вот я вот это вот. Я то знаю вот это вот. Сейчас то вот кака, и да, и все. И пам-пам-пам. И все, перим-перим, блядь. До свидания, говори. Так, подожди-ка. Так, средняя аптечка у нас с рубином полупроводник. 10 тысяч! Я его все, ребят. Я его все. Не, ну давайте, пока мы не будем с вами покупать ничего, да, из оружия. Давайте купим вот так вот сейчас. Просто и все. Чтоб хотя бы что-то у меня было сейчас с собой. Я его все, ребята. Я его все. Ты прикинь. Не, ну ты прикинь. Не, ну ты прикинь. Ты представь. Не, ну ты как сам думаешь, это вот вообще законно? 10к нам сразу, блять, это вообще это что за монстр такой? Длинный. Пиздец. Короче, знаете, как этот, как Слендер, реально, как Слендермен, да, как будто похож на такого. Может, разработчики этим и вдохновились. Фиг его знает. Так этот, блин, какой-то реально длинный. Он, кстати, даже не нападал, да? Типа он так шел сначала, потом побежал, потом опять так типа стоял. Он даже никак не напал. Давай. Я же знаю, что вы здесь. На, до свидания, блядь. Сразу до свидания. Все, пока. Пока называется. Бля, я сейчас очень грубую ошибку делаю. 100%. Пам-пам-пам-пам-пам.
Где вы? Ну где, где, где? Давай. Ой, не, все, в пизду вас. До свидания, блядь. Ой, еще ты тут? Бля, не, это жесткая хуйня. До свидания, блядь. Понятно, они меня атакуют. Ясно. А так никто не делает, ребята. Где, блядь? Бля. Алло! Подождите, у вас слишком много. Не, их слишком дохуя, ребят. Иди сюда, блядь. На-на. Давай, кто второй, блядь? Сюда иди. Я сказал сюда, блядь. Бля. Красава. Сюда я сказал. Папочки, блядь. Не, все, бежим. Нахер, нахер, нахер. У меня даже аптеки больше нет, ребят. Нахер. Я успею. Давай, 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 давай. Сразу, сразу, сразу. Оп, оп, оп. А можно нажать? Да. Вообще ноль всего, прикинь. Хотя там есть лут, я уверен. У меня один потом остался. Давай с тобой сейчас две маленькие птички возьмем. И их, в принципе, как нихер захерачить. Да, я в шоках. Я, блядь, в шоках. Да. Прям здесь точно нигде больше лута нету. А давай снова 5000 оставим просто-напросто и все. Плазменную энергию купим. Да. И как раз таки эту. Бля. Ну, давай вот так хотя бы сделаем. Охуен. Спасибо. Давай, еще одну, и все, эти оставим. Ну, типа, то, что так нельзя. Поехали. Бля, то есть точно где больше лута нет, прям вообще? Может это еще есть? А? Не, может это еще есть? Я не знаю. Бля, ну пожалуйста, игра, ну дай мне хотя бы еще чуть-чуть. Я хотя бы аптеку. Я прошу тебя, игра. Я, конечно, понимаю, что, типа, это такая, а, нет. Но мне, как бы, нужна аптека. Ладно. Let's go. Понимаете, пробежать я просто тоже не могу. Их там слишком много, они все атакуют. А это батарейки у меня больше нет с диской. Они ее тратят сколько? 10 или 9 там тысяч? Нафиг надо. Как у меня в запасе патрон? Батарей. Поехали. Давай, где? Наверху, вижу. Ой, надо ебись. Сюда иди. Сюда, я сказал. Давай, потом расскажешь. Перезаряжайся. Сюда иди. Ты где, нахуй? Сюда иди. Сюда. Ты, суки, смотри, как атакуют. Давай, а ну. Ну давай. Сюда, я сказал. А, ну ясно. Как что, так засаковали, да, сразу? Понятно. Все с вами. Давай, сюда иди. Сюда иди. Я сказал, сюда иди. Ты, блядь, тварь маленькая, блядь. На, ёпта. Трехочковый, блядь. Давай, давай, давай. Ну! 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 На, ёпта, бан, блядь. Сюда, сюда, я сказал. К папочке иди. Сюда иди. К папочке. Мне все равно буду бить, пока... А, ну понятно.
Ну, понятно, обхитрила, значит, да? Думаешь, обхитрила? Нифига, ничего подобного. Да, можешь просто реально пробежать и все, блядь. Но там просто лут еще, понимаете? В этом-то весь прикол. Погнали, блядь. Давай, блядь. Бан, ёпта. Сюда. Папочки, иди, я сказал. Алло, блядь. Папочки, блядь. Давай. Здорово, блядь. Сюда. Суки, давайте. Давайте. Поочередно все. Все поочередно. Чё ты нахрен? Дохеращиваю её, блядь. Всё, нахуй. Поехали. Суки. Давайте. Поочередно. Давай, давай. Ты, сука, мразь такая. Смотри, какая, блядь. Сюда иди. Как папочки иди. Сука такая, блядь. Смотри на нее, блядь. Иди сюда. Ты как паук бегает, да? Ты сюда иди. Давай, ну. Блядь, не, их надо прям херачить, ребят. Сюда, давай, давай. Иди к папочке, блядь. Все, минус. Ну давай, с тобой один на один, блядь. Сюда иди только. Сюда иди только, блядь. К папочке иди. Тварь такая. Ногой, ногой ее. Сюда, я сказал. Куда ты бегаешь? Что ты, блядь, не на равных, что ли, херачишься, а, блядь? Вот и все. Вот и поговорили. А то смотри, какие деловые. Думаете, вы быстро бегаете и все можете? Не, ничего подобного. Как бы, блин, да. Знаешь, теневые удары я тоже знаю. Так что не надо мне здесь. Вот этот ля-ля. Ага. А, вот теперь, да, вот теперь думайте, как подходить, да. То знаешь, я знаю один теневой удар, что ты просто, блядь, упадешь. Так что не надо мне здесь. Вот и все. Вот и поговорили. Кем разговаривал, конечно, но. Ну ладно. Так, давайте купим патронов с вами 100%. Да. 9 тысяч, кстати, у нас с вами. 9 тысяч. Да, патроны купим и маленькую хотя бы аптечку. Хотя лучше среднюю, конечно. Это прям было бы вау. Давай среднюю купим, ладно, уже уж. Потратимся, так потратимся, да? Давай среднюю эту аптечку. 5000, охуеве, блядь. Не, одну, конечно, да. Поехали. Тут-тут, ту-ру-ру-рус, ту-ру-ру-ру-рун, тун-тун, ту-ру-ру-рун. Хоть что-то, типа, ребят, теперь у нас с вами. Хотя бы хоть что-то у нас теперь с вами есть. Все, перезаряжаемся. У нас просто 0, да? Да. Оставшиеся 6 у нас с вами есть. 6 патриков. 6 патриков. Окей. Ну, вроде я всех перехерачил, да? Вроде всех. Если нет, то ну такое. Конечно, такое будет, если не всех. А, не всех? Давай, тварь. Ты все, блядь, маленькая тварь. Надеюсь, больше никого? А, да. Ой, блядь, где ты, ну? Давай. Иди сюда, блядь. Маленькая тварь. Сюда. Куда ты попал, два? Папочки, не хочешь пойти, блядь? Наверх, блядь. Сюда. Куда ты ползешь? Сюда, блядь. Папочки, иди. Сука, поползла, смотри. На, ёпта. Сюда, к папочке. Не уползешь ты. Блядь, ты смотри, что это тварь такая. Сюда иди. Все, ёпта. Еще не угомонишься никогда? Я ж тебя сейчас захуярю здесь. Сюда. Ну иди в пизду, короче. До свидания, блядь. Увидимся в следующей жизни, как говорится.
Так, пожалуйста, аптеку дай мне. Аптеку, аптеку. Аптеку, блядь. Аптеку. Прошу аптеку сейчас. О, блядь. Вот на нахуй. Пошел ты нахуй. Все, до свидания, блядь. Я больше вас не знаю, вы меня тоже. До свидания, блядь. Все, я сохраняюсь. А, все, 300, блядь. Блядь, где? Давай, 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 давай. Что ты, что ты, что ты? Что ты, к папочке не хочешь? Давай, блядь. Да херач ты ее, блядь. Давай, блядь. Все, блядь. До свидания. До свидания. Вот ты поговорили. Ладно, смотри, сколько хп мне сняла. Вообще, блядь. Есть совесть, нет? Так, давай здесь посмотрим, что у нас с тобой. Столик какой-то, тут лифт закрытый причем. Вот это, конечно, мне не очень нравится. Подожди, а где тут еще были? Где-то тут еще видел. А, во, одна. О, а души за аптеку, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Что-то эти патроны мне вообще не пригодятся никак. Давайте сейчас я сгоняю и продам их. Куплю себе патрики для пестика. Да уж. Давай купим сначала маленькую аптечку и на эти оставшиеся. Бля, вот отложил называется деньги. Да, называется отложил. Давай потратим сейчас, потому что у нас хп с тобой не так много. Это сам понимаешь, я думаю. Поэтому мы с тобой сейчас отложили деньги. О, деньги. Ну, деньги, да, мы отложили и сразу их потратили, ебать. Все, поехали. Телек, что с телеком? А, это... а, ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Так, здесь больше ничего не открыть. К сожалению, больше тут ничего не открыть. Больше реально ничего такого нету. Прикинь, даже вообще ничего нету. Я в шоке. Такс. Сейчас бы, знаете, сейчас бы еще одного монстра какого-нибудь, да, такого жесткого прям. А-а-а. Вот, скорее, сейчас и будет. Я прям уверен в этом. Почему-то. Куда мне только? А, вот сюда. Да, сейчас тут так и будет. Я вас уверяю в этом. Опа. Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! 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 Это USG Ишимура! Это... Черт! Не верю своим глазам! Вся система связи отрубилась! Все, выхожу из эфира. Конец связи. Да, ну, примерно сейчас мы то и делаем, чтобы это все установить. Правильно? Правильно. Ну понятно. Пошли. Сразу вниз. Прям сразу же, даже не думаю. Там, скорее всего, будет, скорее всего, дверь, знаете, чтобы, при помощи того силового вот этого вот узла, да, открыть дверь. Ну, не-не-не-не-не. Мы сделаем по-другому с вами сейчас.
Энергия. Здесь модуль. А, это радиус. Но мне пока это не интересно. Давайте урон, ладно, прокачаем. Чё бы нет. Нормально, пусть так будет. У нас сейчас еще полный этот, скорее сюда должен быть. Да. Все, теперь мы идем, едем куда-то туда. Помогать, включить связь вот эту вот. Да уж, мне просто интересно, какой будет босс. Просто интересно. Либо, скорее всего, это будет реально, либо это какой-то будет монстр, прям жесткий, здоровый, да, там. Либо это, скорее всего, будет, знаете, какое-то... Много монстров будет и тому подобное, то есть, такая штука. Тихо, тихо, тихо! Не гони! Не гони, не гони, не гони! Бля, сейчас какая-то херня выскочит, я уверен. Тихо, тихо. Дядя, не гони, пожалуйста. Дядя, не гони, пожалуйста, не надо. Дядь Петь, не надо, пожалуйста. Остановись, пожалуйста. Не надо гонять. Пацаны, не гоняйте, пожалуйста. Пацаны, не гоняйте. О, блядь. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. 6. Хотя бы 6. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, короче, 6 нормально. Симметрично. Да. Я в шок. Сейчас, конечно, там монстры будут. Да, сейчас там, скорее всего, будут монстры, да? Я даже не удивлюсь. Бля, мне бы аптеку, слушай, хотя бы. От души. Средний воздушный баллон. Что? Здесь просто лут? Да. Давай мы с тобой сейчас все залутаем. Ого, даже так. Даже так, да? Даже так. Значит, там еще будет мясорубка также. Бля, мне бы сейчас, конечно, какое-нибудь оружие еще. Но денег прям мало. Денег прям мало. Прям вообще. Давай, знаешь, что я думаю с тобой? Давай-ка мы серию закончим, потому что она и так, наверное, длинная получилась. Не хочу прям, наверное, полтора часа делать, потому что, ну, такой себе, такой. Спасибо за просмотр. Да, надеюсь, поменял чуть настроение. Значит, теперь будем делать вот это вот все дело, да, вот эти тарелки делать, как говорится, да, вот это вот понятно, все ясно. Ничего не могут без нас, да? Вот, спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Вот, комментарий, там, лайк, вот это, да, вот, пожалуйста. И подписочку. Мне будет приятно, вам не сложно. Вот. Что там, телеграм-канал? В описании, все в описании. Вот. Все, увидимся в следующей серии. Давайте.